И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. Про этот день в народе говорили: зима без снега, лето без хлеба. Яркая и чистая луна предвещает мороз, а алый закат сулит сильную метель. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 28 февраля в Кирове ожидается облачная погода без осадков. Днем минус 6, ночью минус 11 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Удачного вам! Вторника.